Я в Новосибирске и еду в Омск. Это мое третье купе, опять 12 место. Что, будем располагаться? Я приехал, выходим. Привет всем, я в Омске. Прибыл только что, сейчас поеду в город. Куда пойдем? Все, мы на остановку. Ну что, дорогие мои родственники, все смотрите, как я тут гуляю. По Омску, по родному да, городу по свою, Омску. Хоть он не родной, но почти уже 53 года. В Омске. А это двор наш. Ну, вообще-то мне нравится тут наш этот микрорайон. Он считается спальней. Частных домов нету. Все вот. Тут небольших-то нету домов туда. Дальше здесь-то все еще хрущевки. Тружеником тыла. Здесь же все заводы были. Полет, вот барановские. Там моторы делали на Бараново. А на полете самолеты собирали. Так что это все. Тут вот Октябрьский район. Типичный Омск, да? Я бы так сказал. Я бы назвал его типичный Омск. Какой? Типичный. А, что город такой простой, да? Простой, без всяких понтов, да. Да. Нету мерседесов, Бентли. Ну почему нету-то? Есть, да? Ба, ты это, что? Это я не видел. Да ты их не видел. Все есть. Это мы пошли в местный парк. Парк. Надеюсь, 50 лет комсомола. Да, я надеюсь встретить тут елку новогоднюю. Сейчас чтобы... пойдем, думаю, что там... Покататься на горках? Пока снег не растаял. А зато воздух тут чистый, не то что в Красноярске, да? Ну, вот насчет этого. Так у нас все продувается. Да. Ну, вообще все равно чище воздух, конечно. Снег он какой белый. В Красноярске все синее, прямо желтый такой. Ой. А в Омске белый. У нас белое все. Березы. Белая береза под окном. Ага. Словно шелестит. Серебром. Серебром. Это мы в парке. Здесь работа все делают идет. Скульптуры, да. Работа кипит вовсю. Скоро Новый год. Как тут прокатиться? На горке пойду прокачусь. Сходи. Сходи прокатись. It's always a good time. Красят или подсветка будет? Ёлка. Заморозили, да? Ага. До весны? Ну, наверное. Прямо разобьют хулиганов-то, блин. Уже разбито? Уже бьют, вон, видишь? Ой, таких людей... Голодных это было, это... А?
кто-то голодный подошел сюда и хотел. Поесть захотел. Да, да прямо дурья моя, что мне бы сломать только. Не да? Видят это красоту. А, верно. Вон, видишь. Тут можно посидеть, да? Приводит наш 44-й. Ля-ля-ля. Вот и закончилась моя поездка в Омске. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго, пока.